Гюляга. Ты слышала новость? Нашу госпожу убили. Тело не смогли даже найти. Печально это. Я ведь предупреждала. Нельзя было со всеми ссориться. Это опасно. Может, она жива? Ее найдут. Она не может умереть. Хюррем-Султан разве может уйти? Это невозможно. Я же сказал. Бисмилля. У нее точно 9 жизней. Ее нашли. Все в порядке, все хорошо. Ты меня услышал, да? Ты спас меня от смерти. Больше не увижу вас, но вы здесь. Я так скучала без вас. Я тоже скучала, мама. Ты заболела? Да, немного. Не страшно. Мехримах, где она, Гюляга? Отвечай. Не надо волноваться, госпожа. Ее здесь нет. Сюмбюляга привезет ее. Не волнуйтесь. Хорошо. Мой сын. Оп. Ты моя радость, сынок. Как же вы нас напугали. Когда мы узнали, места себе не находили. Без вас этот дворец опустел. Я немного заболела. Это не опасно. Не бойся. Мехримах, ты вернулась! Фу.
Идите ко мне. Я соскучилась. Осторожно. Аллах да сохранит ваше счастье. Аминь. Аминь. Валиде. Как ты себя чувствуешь, Хирам Хатун? При виде вас мне стало лучше. Валиде, султан пошла навестить Хюрем. Хатидже, султан тоже пойдет. Может, и вам там следует быть, госпожа? Как бы чего про вас не сказали. Что это за женщина? Никак от нее не избавишься. Опять она вернулась. Я думаю, тут дело нечисто. Она разыграла это, чтобы во дворец вернуться. Я уверена, что это так. Валиде, это вы меня вызвали. Я сразу отправилась в дорогу. Но видите, что вышло. Я не о тебе думала. Я думала о внуках. Я их пожалела. В любом случае, я здесь. Дети очень рады. Вернулась ты сюда ненадолго. Относительно тебя мое мнение не изменилось. Скоро ты снова отправишься в ссылку. Нет, ссылки не будет. Повелитель меня не отпустит. Сейчас я нахожусь дома. И теперь я буду терпеливо ждать великой свадьбы. Даже лежа в постели, ты думаешь об этом. Учти, пока я жива, этой свадьбы не будет, Хюрем. Кстати, у Сулеймана этого в планах нет. И не будет. Ты зря надеешься выйти за него замуж. Это поэтому вы так испугались? Как ты, Хюрем? Уже лучше, госпожа. Ничего не болит? Болит, но это пройдет. Сочувствую. Сейчас уже все хорошо. Будем надеяться, тот, кто это сделал, понесет заслуженное наказание. И когда их найдут, мне станет легче. Я встану и окрепну. Валиде, она что, теперь все время будет здесь жить? Я думаю, сейчас не стоит это обсуждать. Вы говорили, что она никогда сюда не вернется. Сейчас не время об этом говорить. Ты ее видела? От тебя сейчас ничего не зависит, Махидевран. Это не в твоей власти. Держись подальше от всего, что может хоть как-то испортить твои отношения с моим сыном. Хюрем может разлучить нас с повелителем. Она ни перед чем не остановится. Иди к себе. Тетушка, я так скучала по тебе. Я тоже. Я тоже скучала. Я не хочу снова расставаться с братьями. Давай жить здесь. Больше не будем уезжать из дворца. Иди сюда. Хюрем, знаешь, я беременна. Для меня это большая радость. Да хранит вас Аллах. Я так рада. Аминь. Добро пожаловать. Что вам угодно? Хюрем расстроена. Мне жаль, что на нее напали. Слава Аллаху, она спаслась. Меня мучает угрызение совести.
Это же я вызвала ее во дворец. В этом несчастье виноват я. Ведь это я ее выслал. Откуда же мы все знали, что так получится? Что ж, будем осторожнее на будущее. Как только она встанет на ноги, отправим ее в старый дворец. Хюрем никуда не поедет, Валиде. Ее место здесь. Как скажешь. Но не забудь, Хюрем совершила большую оплошность. Наказание было мягким. Валиде Султан. Ибрагим, как ты допустил такую ошибку? Ошибки не было. Ведь я сделал все, как вы просили. Но кто-то успел предупредить Балибея. Да я предупредила, чтобы меня уберечь. Возможно, она ведет двойную игру. Нет. Да я верна мне. Она никогда не предаст. Если так случилось, избавься от улик. Не беспокойтесь. Если хочешь умереть без мук, то признавайся. Ты скажешь. Ты мне все скажешь! Паша Хазретлери. Говори. Бандит Ферхат пойман. Живой? Да, Паша, он в темнице. Мне приказали доложить вам и повелителю. Не надо беспокоить повелителя по этому поводу, я сам. Во всем разберусь. Султан Сулейман Хан Хазрет Лери. Не вставай. Лежи. Как она? Повелитель, она серьезно пострадала. Она покалечена. Мы начали лечение, но ей еще нельзя вставать с постели. Продолжайте. Выздоравливай. Спи, отдыхай. Сулейман. Нет времени с тобой возиться. Говори немедленно. Или я порежу тебя на куски. Сначала руки. Потом отрублю ноги. Я расскажу все.
Паша. Ну, что с ним? Он заговорил? Сначала противился. Но сейчас он уже готов все рассказать. Да? Я, похоже, пришел вовремя. Вечером прибыли из дворца. Валиде разрешила мне повидаться с детьми. Я думала, это ты позволил. Если бы я знал, что так будет. Видимо, поэтому от тебя скрыли. О чем ты? Разве не странно, что меня вызвали сюда ночью? Почему днем не позвали? Мои враги хотели от меня избавиться. Какие враги, Хюрем? Валиде или Ибрагим? Они хотели тебя убить. Как ты можешь такое даже предполагать? Ты понимаешь, в чем их обвиняешь? Сулейман, прости. Не злись. Я очень расстроена. Я пережила такое. Убили моего коня. А еще они служанку убили. Я невиновна, но меня сослали. Я беспокоилась о тебе, о детях. Все это похоже на кошмарный сон. Давай, рассказывай. Мы разбойники. Мы следили за охотничьим домиком. У нас была единственная цель. Захватить побольше денег. Хватит врать! Говори, кто тебя нанял. Вы меня вызывали? Исма, хватит. Убери это и займись детьми. Слушаюсь, моя госпожа. Дай их, Атун. Знай, что я очень тебе благодарна. Проси все, что хочешь. Госпожа, не понимаю, за что вы меня благодарите. Той ночью Балибея отправила ты. Нет. Валиде Султан приказала мне. Это не так. Валиде в жизни такого бы не сделала. Это ты меня спасла. Госпожа. Я вас прошу, не впутывайте меня в эти дела. Я хочу одного – выполнять свои обязанности. Для меня главное, чтобы в гареме всегда был порядок. Да, Ихатун. Очень скоро я буду во дворце самое главное. Когда этот день настанет, я хочу, чтобы ты была рядом.
Я принял решение, Ибрагим. Ты мой верный паша, мой главный визирь, главнокомандующий, мой спутник по жизни, мой брат. И ты узнаешь об этом первым. Повелитель, это касается меня?